Незакрытая мишень, второй сезон. Показ украинского сериала «Незакрытая мишень» начался на ТРК «Украина» в марте 2021 года. Российские зрители могут увидеть его в сети. Это история Кати Горенко, которая подавала большие надежды в биатлоне. Но мечтам не суждено было сбыться из-за вмешательства человека из ее прошлого. Зрители с интересом наблюдают за развитием истории. И переживают, будет ли продолжение «Незакрытая мишень» второй сезон. Сюжетная линия сериала. Катя Горенко тренируется в олимпийской сборной по биатлону. И подает большие надежды. 10 лет назад ее заметил главный тренер Борис Владимирович Панченко. И взял в сборную. Хотя в соревнованиях тогда победила Светлана Саенко. А Катя остановилась, чтобы помочь упавшей подруге Юле Черновой. Только радостная новость о сборной омрачилась весьма трагичными событиями. Тренер Павел Ставицкий пытался изнасиловать 16-летнюю Катю в раздевалке. Она защищалась и случайно убила его. Мать Кати, приехавшая за ней, взяла вину на себя. И отправилась в тюрьму. Катя перешла в сборную, уехав из родного города. За 10 лет боль притупилась, она полностью посвятила себя спорту. У нее появился жених, теннисист Олег Яровой. Они готовятся к свадьбе. Внезапно разразился скандал. При проверке у Кати нашли допинг. Но она не принимала никаких препаратов. Врач сборной советует ей подумать, кто мог ее подставить. В тот день она отмечала помолвку с Олегом. Там же была Юля, но девушка не верит, что самые близкие ей люди могли так поступить. А вскоре на ТВ выходит программа. В ней принимает участие Олег. Он прямо говорит, что Катя всегда была на допинге. А еще заикается о том, что мать Кати села за нее. Пережить предательство сложно. Катя собирается и уезжает в родной город к отцу. У нее полное нервное истощение на фоне прекращения физической активности. Ее не берут на работу. Вроде бы случайно в ее жизни появляется Игорь. Она не знает, что он сын Ставицкого. И мечтает ей отомстить. Незакрытая мишень, второй сезон, описание серий. Тем временем мать Кати отбывает наказание в колонии. Единственный, кто знает, что она невиновна, это охранник Дмитрий. Но он обещал молчать. Хотя Игорь уже поднял все свои связи, чтобы возобновить дело. О мести за смерть отца он мечтал все 10 лет. Он вынашивал план мести. Продумывал все мелочи. И у него получилось. Катя осталась без любимого спорта. Она унижена и растоптана. Неужели ему этого мало? Или, пообщавшись с девушкой ближе, он поймет, что она ни в чем не виновата. И это его отец был мерзавцем. Собственное расследование произошедшего хочет начать журналист Сергей Калюжный. Какую роль в этом расследовании сыграет Лера, сестра Игоря? И что задумала любовница Игоря Марина? Обо всем этом в сериале «Незакрытая мишень» второй сезон. Смотреть все серии онлайн можно будет на ТРК «Украина». Если продолжение будет снято. «Незакрытая мишень» второй сезон, дата выхода. Будет ли «Незакрытая мишень» второй сезон? Дата выхода не объявлена. Пока официальной информации о продлении нет, но возможная дата выхода второго сезона в 2022 году.